Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 34 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Для уроков труда купили 30 листов красной бумаги и 12 листов желтой. Сколько всего листов красной и желтой бумаги купили? Чтобы узнать, сколько всего, нужно сложить. 30 прибавим 12. 30 плюс 10 равно 40 и плюс 2 – 42. 42 листа, листочка записываем в скобках, всего бумаги купили. Записываем ответ. 42 листа бумаги купили. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под